Так, я опять сейчас микрофон вставила и вытащила. Еще раз поставьте плюсик, что слышите меня и видите. Никого не увидела, думаю, может, никто не пришел, какой-то день праздничный. Я думаю, ну, запишу видеозапись вам всем. Рассказывала про проекты, про то, как защититься, что нужно сделать для этого, для проекта. И мне приходит письмо на почту сейчас. Ну, я закончила лекцию, записала ее, отправляю сисадмину, чтобы выложили на сайт ее. И пишет мне Ирина на почту, что не дождалась консультации. Думаю, как это не дождалась? Я тут одна разговаривала со всеми, с вами. Оказывается, меня ждали. Что-то произошло. Ну, в общем, запись есть, не знаю. Могу... Но, опять же, их не выкладывают, да, записи, насколько я понимаю. Давайте по насущным вопросам. У кого какие вопросы? Ирина, сейчас я вас пока проектик получу почту с ноутбука, скачаю, посмотрим его. Сейчас записывала я про проект ландшафтный, уже говорила как-то про него, но, может быть, кому-то еще интересно будет. Какие требования для вас, чтобы вы смогли защититься? И консультировала по тем проектам, которые мне прислали. Проект клумбы от... Пишите, кому что интересно. Ландшафтному проекту, потому что я запись-то сделала, как выглядит ландшафтный проект и что вам нужно сделать. Если у вас есть такая необходимая сейчас насущная проблема, то я могу повториться быстро, что вам нужно для того, чтобы получить диплом, как должен выглядеть проект ландшафтный. Если острой необходимости нету, я повторять тогда сейчас прям не буду, это посмотрите в записи, рано или поздно их администратор выложит, я уверена. Второе предложение. Вот сейчас посмотреть проекты, которые пришлют мне. Какие у вас есть? Какие есть, все пишите. По любой теме, касающейся проектов. Так. И еще на следующий вебинар я запланировала тему декоративные огороды. То есть будем выбирать грядки, из чего делать, из чего строить. Как делать правильно...
уровнях. И смотрим 3D. Давайте посмотрим. Расскажите без Ирины. Хорошо, ну да, хоть о чем-то поговорить. Анна, у вас ничего нет? Татьяна, может быть, у вас есть какие-то наработки? Это совсем скоро весна, начнутся всякие посадки уже или просто летние прогулки. Уже меньше времени будет, поэтому призываю вас потратить последние зимние дни, поскорее доделать проект. Тем более оказалось, что вот в этой программе это совершенно несложно и достаточно симпатично. Мы разобрались, кого не было на прошлом вебинаре, как крыши делать. И я стала заглядывать на форум в Бристоле, да, на сайте. То есть, ну, как бы особых у вас вопросов нет. Если возникают, то оперативно теперь буду отвечать на форуме. Ну, что касается, если там вот, не знаю, как в программе сделать скамеечку там или крышу. Если кто пропускает вебинары, а их, вот, к сожалению, сейчас до сих пор не выкладывают по какой-то причине. Ну вот. Какой-то уголочек. Сейчас еще посмотрю. Как это выглядит? Что в плане написано? Как что выглядит? Как что будет выглядеть в натуре? Что очень хорошо, потому что, ну, как вышел, да, несколько человек стоят около крыльца, да, логично делать вот такое расширение около крылечка. Нет, Татьяна, не обязательно визуализацию делать, вообще не обязательно. Можно просто генеральный план сделать. Я уже раз такой вопрос задали, тогда я вам покажу, как можно сделать. Это фонтанчик или какая-то площадка. О, Ирина, это вы, хозяйка, подошли, да? Участка. Здравствуйте. У меня вот возник вопрос, да, по ходу. Вот этот элемент, это что такое? Фонтан какой-то? Я не понимаю, как к нему подойти и с какого места на него очаг. Подход. И почему вот он перекрыт чем-то, растениями какими-то? Или что-то жарить там на решетке будете?
Поэтому, наверное, он не перенесся. Я так предполагаю. Да? Искры, тепло, чтобы растения все-таки на ну, таком расстоянии были безопасным, чтобы не от жара они не погибали. Распределительный буферная зона, да, когда около крыльца входят, выходят, там туда пошли, сюда. Хорошо. Очень мне нравится пластика дорожек. Красивая. Непонятно, что непонятно. Удивили себя или людей. Хвойный, вот, отлично, да, отлично, хвойный садик. Так, что еще сказать? Нормально, будет все хорошо. Какие у вас вопросы есть? Может быть, что вот этот еще уголочек какой-то пустой, тут тоже что-то будет, какой-то ракарий или хвойники с камнями, может быть. Невысокую елочку посадить перед парадным крыльцом, типа новогодней, так как около дома не хотелось бы очень высокое. Татьяна, смотрите, я эскиз от дома Ирины. Ага, поняла, Ирина. Так. Говорила, что я не очень сильна в растениях, в плане того, что как бы знаю их, но вот прям уж видовые характеристики меня, ну просто у меня личное такое, я не запоминаю там название, там какие-то вот супер виды, и вот знаю, что есть разные, да, ели по сортам вам не очень подскажу, но чем могу помочь? Елку можно стричь. Любую можете сажать. В принципе, прищипываете ей макушку и можете боковые побеги стричь. Ну, ограничивать ее рост. И голубая ель, вот Ирина говорит, да, около крыльца, она растет крайне медленно. Прям вот крайне медленно. Поэтому можно смело, как парадную, сажать голубую елку. Нужно консультироваться на месте, в садовых центрах или питомниках, какие есть, и, может быть, они вам лучше посоветуют. Но вообще елки прекрасно стригутся, то есть ограничивать, просто ограничивать можно. Так. Угу.
отражается. У нас Алена тоже. Длинный проект. Удивитесь, какой сделали. Сфотографировали. Мне, конечно, его так вообще ни в жизни не рассмотреть. Даже при приближении смотреть неудобно. Фон можно оставить белым? Планом можно. Можно. Продуман, разработан. То есть тут прям каждый многолетник, ширина дорожек, все разработано. Но он, конечно, и эстетически, в принципе, он достаточно хорошо, красиво сделан. Единственное, немножко не хватает света для лучшего восприятия. Проекты ландшафтные, что с пониманием к этому делу относится. Есть, ага, вижу, Ирина. Есть понимание, да, есть эстетический вкус, но вот немножко цвета. Можно и в таком виде, не обязательно в 3D его переносить, совершенно не обязательно. Единственное, что я порекомендовала, тут вот ну, немножко цвета добавить, чтобы было понятно, что здесь газон просто карандашом цветным, или кто умеет пользоваться легкой акварелью. Ну, можно и карандашом, просто для восприятия более понятного. Бассейн там заголубить немножко. И дорожки. Если у нас несколько видов покрытий, хотя бы здесь вот написано, дорожка из камня пошаговая. Ну, наверное, удобно нарисовать просто камешками. Взять и камешки эти нарисовать, чтобы было понятно, что это вот, ну, не просто там тропинка засыпная. А если здесь уже другое какое-то покрытие, то ее под другим цветом выделить. То есть вот такого мне плана, да мне и вот этого плана, в принципе, хватает, чтобы понять, что человек умеет проектировать. Ну, научился и ответственно к этому подошел, потому что я вижу, что и растения тут все прям продуманы, подобраны и не случайно посажены. Какие-то декоративные элементы, как инь-янь, тут из клубники, земляники сделали. Клумба такая прям с заворотами. Я вижу, что человек уже готов. Ну, немножко вот, когда мы с заказчиками работаем, эстетическую составляющую подтянуть только вот в этом плане. Хотя он достаточно симпатично выполнен, немножко цвета я бы добавила. Так, этого достаточно. И плюс к этому проекту Алены, Елены, шла пояснительная записка. Тоже мне по ней все стало понятно, где что, каких вопросов тут вообще нету. Такой живописный будет сад с акцентом на растения. То есть здесь вот в этом проекте именно не какие-то там замысловатые площадки, дорожки, там скульптуры украшают сад, а именно за счет обилия и разнообразия растений, многолетников и кустарников будет красивый такой участок. Так, сейчас читаю чат, ага, эскиз получаю я от Ирины. Компьютерный.
Красота. Горячая, чтобы все это проходит, не проходит, об этом не забываем. Цветник, спирея. Вот смотрите, вы пишете спирея фруибелга. Я даже такую вот, честно, не знаю. Спиреи всякие разные знаю, но вот таких сортовых тонкостей я, честно, вот ни, в чем не сильна, в том не сильна. Розарий. Отсюда попадаем мы к очагу. Как таковых грядочек нету, да? Дело в чат. Вы, наверное, про площадку. В какое место я? Где площадка на барбекю, мне, ну, неизвестно, да, какая печка у вас. Может быть, у вас просто там маленький такой, который на колесиках, барбекюшница будет, или большая печка. То есть степень жара я не представляю. Но вы как бы думаете об этом, потому что у меня около очага достаточно далеко растет сосна. И когда, ну, иногда вот с детьми просто не для жарки, а для просто для детей мы большой костер делаем. Вот иногда прям одна ветка все-таки, хоть и далеко сосна, но она вот поджелтела, подгорает. Ну, это нужно ограничивать огонь просто. Ну, если небольшой мангал, да, будете тренировать, но имейте это в виду. Беседка рядом с площадкой для барбекю, все удобно. Я как бы просто пятерку поставила бы, была бы удельницей. Декоративный огород осталось придумать красивенько, чтобы он не просто, да, был как случайно забытая какая-то коробочка. Ну, будете, ну, хорошо. Не случайно смотрелся. И все. Все отлично. Тоже обилие цветов. Очень красиво. И сама подача, вот она не компьютерная, она гораздо красивее, живее, понятнее. Ну, опять же,
можно добавить немножко света, не цвета, да, ну просто дорожки, допустим, выделить. Можно белый фон оставлять. Если хотите, можете и в компьютерном варианте. Север указан, то есть просто рекомендую к защите, получайте диплом на здоровье, потому что я вижу, что вы можете проектировать тоже. Я вот запланировала лекцию, покажу вам, расскажу. Ну, и очень много видов грядок есть, ограждений из грядок. Но, тем не менее, что знаю, расскажу, покажу. У меня вопрос к Ирине. У вас септик находится посреди участка. Насколько я вижу, подъезда к нему нет. Как он будет обслуживаться? Ирина, к вам вопрос. Но я могу и за Ирину ответить. Я не знаю, как там у Ирины по факту. Вообще, септики же, они как бы откачки как таковой не требуются. Нужно те, которые, если шамбо, да, то у них длинные шланги для откачки. Машины и узнать длину шланга. Вам станет понятно. Ну и померить, сколько максимум может быть. Мы все-таки планируем делать либо на границе участка, либо возле основного въезда. Проживание неблагополучное. Ага, Ирина говорит. Так, а Татьяна пишет, что планирует на границе участка, либо возле основного въезда. Вот дом здесь, а здесь въезд, вы здесь бы, да, где-нибудь сделали. Ну, можно и так. Это не такая большая проблема, но можете поближе, да, к заезду сделать септик. Проекта, что вам
нужно для того, чтобы вот такого мне проекта, вот даже в таком виде вполне достаточно, красиво, все понятно, ну, можно несколько размеров добавить, хотя бы по ширине, по длине, плюс, так, растения есть, можно отдельно еще сделать лист с перечнем растений. Публикация, ведомость растений, да, просто отдельный лист, и плюс пояснительная выписка, где вы можете расписать, какие материалы, допустим, ну, что-нибудь, что вам хочется рассказать о своем проекте, пояснительную записку можете внести, то есть мощение выполнено будет из натурального камня и, допустим, там, картиночка из интернета примерно такого, или из кирпича, там, такого-то цвета предполагается. Можете пример какой-нибудь качели там или беседки в пояснительную записку выложить. Понятно, что это, ну, если это нужно конкретно вам, то, ну, может быть, оно вам и не нужно. А когда мы делаем для заказчика проекта, беседка, допустим, не входила в разработку, ну, приблизительно можно из интернета предоставить, чтобы было большее понимание. Вот такого плана подробного, где я вижу все-все-все, все дорожки, из чего там что сделано, где дорожки из твердого мощения, где там из пошаговое, все растения подписаны. Не обязательно все, главное кустарники, деревья для меня. Все вижу связи пешеходные, что не случайные, а прям проработанные. Мне этого достаточно, 3D не обязательно делать. Ну, если хотите, добавить несколько картинок, то тоже хорошо. Выходите на защиту в каком плане? По идее, это должно быть на вот так вот на вебинаре. Вы включаете у себя микрофон и рассказываете на данном участке дом, выход один, подъезжает, здесь предусмотрена парковка на 2 автомобиля. Очаг, просто чуть-чуть такой, ну, как бы экскурс по участку. Около бани планируется посадить новогоднюю ель, вокруг ели там еще что-то. Здесь планируется хвойный сад на въезде, там для придания парадного вида. Огород предполагается там сделать из 4 грядок только там для зелени, например. Ну, в общем, рассказать что-то интересное. Если есть какие-то проблемы с тем, чтобы вот в эфире это все рассказывать, в принципе, можно письменно мне написать и как бы... Я уже там принимаю решение, что защита прошла успешно. Так, ну все понятно, да? Я извиняюсь за то, что, ну, я не по моей вине. Вам нужно что-то сделать. Около очага будет беседка, ну, какие-то там сиденья, сидюшечки. На парковке. Ну, это по желанию, у всех свое видение в этом плане. Да, вот какие-то мелочи такие, которые украшают. Может, скульптурки какие-то найдете. Их можно
Ну, как бы вот по правилам школы Бристоля от вас этого уже не требуется. А в принципе вы можете это в пояснительную записку, там, что планируется какие-то там фигурки использовать где-нибудь там в зоне, не знаю, очага. Можно въехать на участок, там или какие-нибудь угловые. Не обязательно он должен быть. Спасибо большое. До свидания. Рада была все-таки всех увидеть.